Присаживайтесь, и сейчас пастор Эли поделится. А, это Эли, которого Марк встречался в Киеве с ним. Кормили. Вот так вот мы присоединились к празднованию Шаббата с нашими друзьями из Хайфы, где наш сын Марк отправился пару дней назад в это замечательное путешествие. И вот мы смотрим прямую трансляцию. Сегодня уже 12 сентября 2014 года. И мы наслаждаемся, радуемся. Марк уже побывал сегодня на Средиземном море, искупался. И сейчас первый Шаббат на Святой Земле. Чтобы знали роды ваши, что в пуще поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Божий.